Мне нравится, как вы обустроили дом, но зачем вам 5 спален? Судя по всему, вы детей не планируете. Что это за взгляд? Не было никакого взгляда. Да ты и сейчас так смотришь. Обычный взгляд. Удачной ссоры, ребята. Так много деток ждет приемную семью. С ними можно познакомиться. Элли, приемных детей берут по-настоящему хорошие люди. Они помогают другим, даже когда нет больших праздников. А мы и по праздникам никому не помогаем. Больше 500 000 детей сейчас ищут свой дом. Наш округ устраивает встречу, чтобы как можно больше детей обрели семью. Смотри, там взрослые. Все и просто сторонятся. Пойду поздороваюсь. Это же тинейджеры. Они принимают наркотики и смотрят на YouTube, как другие играют в компьютерные игры. Мы к этому не готовы. Привет! Просто на заметку. Мы вас слышим. Что? Идите смотреть на малышей. Не забивайте себе голову. Пока. По-моему, она крутая. Учтите, у Лизи есть младший брат и сестра. 3 детей? Слишком много. О! Ничего себе. Что? Какие милые. Зачем вы их нам показали? Так нельзя. Мы приехали. Чувствуйте себя как дома, ведь это ваш дом. Тебе нравится Клиперс? Ну, я скорее болею за Лейкерс. О, нет! Это за то, что мне нравится Клиперс! Клиперс замечательный, они молодцы, что продали Блейка Гриффина. Своего лучшего игрока. Я не хочу! Ау! Оставайся там, пока не приедут пожарные. Ты обычная белая дамочка, которая взяла приемных детей, чтобы чувствовать себя лучше, притворщица. И мы нашли точки соприкосновения. Да, можно и так сказать. На это нужно время. Лизе пришлось растить Хуана и Литу самой. Лита! Это будет совсем непросто. Немного опыта и любви помогут вам создать настоящую семью. Лизи! Мы любим тебя. Просто уйди. Знаешь, что я делаю, когда злюсь? Можно? Ну, давай, давай, починю. Спасибо, папочка. Я получил первого папочку. За что? Честно! Первое слово «мамочка». Эй, милая, тебе не нужна помощь? Нет! Вы копаетесь в моем телефоне? Смотри, что этот мальчишка ей написал. Это он? Джейкоб? Эй, я видел эту фотографию, Джейкоб. Тебе повезло, что я на месте тебя не прикончил, морковка. Я твоей маме позвоню. Ох, тебе сегодня достанется. Нечего сказать, Джейкоб. Меня зовут не Джейкоб. Что? Ладно, ладно.